Ну, он уже, Москва, вы знаете, как, знаете, такой пылесос. Вот. Где-то все негативное засасывает в себя, а потом транслирует на всю Россию. И в этом беда Москвы, к сожалению. Вот. Ну, во-первых, вы понимаете, вот идет отчуждение человека как собственника территории, собственника земли, вот, от этой земли, что это уже не наше, это кому-то принадлежит. Вот. И второй момент. Вы знаете, люди, когда вот не умеют, не способны организовать какой-то процесс, они ищут легкие пути, на большее просто не способны, не созрели, не выросли. Вот. Легкие пути – запретить, штрафовать, значит, платные стоянки и так далее. И вот это уже из Москвы идет. Вот я, например, часто бываю в Домодедовском районе, там у меня дача. Ну, вы знаете, подъезжаешь к магазину, там уже оградили, поставили аппараты. Если всю российскую и советскую историю приезжали люди и парковались бесплатно, сегодня везде идет. И так вся Россия превратится в вот эти какие-то запретные зоны для ее граждан.